Ну, Новочебоксарский кадетский лицей не дает скучать кадетам. Вот, если посчитать за год, у них в среднем выходит около 100 различных мероприятий и соревнований, в которых они участвуют. Это начиная от творческих конкурсов, спортивных конкурсов, военно-прикладных конкурсов. То есть практически каждую неделю они где-то у нас задействованы. Это не дает им расслабиться, держать их постоянно в тонусе, в том тонусе, который присущ настоящему кадету. На выходе наша задача, чтобы из каждого ребенка получился настоящий кадет, который гармонично развит и сможет адаптироваться в любой ситуации к нашей жизни, то есть сможет правильно нести государственную службу на благо нашему Отечеству. То есть должен быть настоящий кадет с большой буквы. Вы можете это увидеть на примерах наших выпускников. То есть наши выпускники, которые очень часто посещают, навещают нас, помогают где-то. То есть на их примере можно посмотреть, кем они стали в жизни, кто чего добился. Нет ни одного человека, который где-то что-то опустился ниже уровня какой-то планки, социальной планки. То есть все на достойном уровне, все занимают хорошее место в обществе. И это очень-очень радует. Это наша основная цель. Сейчас будет перестояние в холодном контуре движения. Нога, вот. Вот шагом. Марш. Приступить.